он у нас был на первом фестивале в гостях. И это человек, который не нуждается в представлении. Все не нуждается в представлении. Ну, чуть-чуть я тебя представила, а дальше ты сам. Да, мы на двух языках проводим, да. Шентито ни лабалеки он эназиту? Кадр тарбунасту? Картин латтабису, да. А, окей. Ну, почему? Арсен сам себя будет переводить. Титон гада там без вагоны Арсен. Сам себе рисует, сам себе поймет и так далее. Ари, все твой интернет, из проектора Юру. А, давайте сделаем. Зовут меня Арсен. По профессии я доктор, гинеколог, репродуктолог. Ну, об этом я буду говорить. Я подготовил презентацию, чтобы вам было еще веселее. И еще happiness, чтобы вы почувствовали счастье, так как я сейчас вот на этой волне, совсем недавно, 3-4 дня тому назад, сделал презентацию и представил мой проект Academy of Happiness, то есть Академия счастья в парламенте. Ну, в парламенте, потому что был шанс, там вызвали, то есть пригласили на выступление, но это не для парламента, это не для кого-то, это для всех. И как это мне представляется, и как я к этому подошел, или что я чувствую, когда я здесь с вами, я постараюсь в течение где-то 18-20 минут, после того, как сейчас проектор все установлю, с вами поделиться. Хорошо? Если кидят охарули вагом, квентан шехватрисе сиамуны подобеднирева макс, хочак, так плавац хочак, ингас, румелиц, мравалителия, дид сиамуны подобеднирева с пикром гастем с даганичепс, да медрес рокордс, асетукат, ара, гаргоцела драгац нацеши, экими репродуктолог, гинекологиц, маграм, диритадац, рокордс адамияни, румелиц, Болу работени метвея, бедниереби сану happiness, бедниереба хом happiness, я happiness академия, седа вар пиро, хопили хо укро, рамету, рокур черт мече, магам от левульба, мега бар мотба, happiness, цота укро метия, та виси процессик, витрем холо, дерти ситба бедниереба. Та меше вецтеби, турамеди от стутис гандалу ваше презентациит, Сармоки дигинот чеми хедва. Радом пикропасе, рама пикрепи пипсамас, да сэрто драми да твес радом уведет кэнта. А чему я здесь? Об этом тоже я поговорю. Приходите, приду. Задаварт, вы готовы? Можем начинать. Хорошо. Значит, если я правильно понял, буду говорить и на русском, и на грузинском, да? Хорошо. Для того, чтобы Ану Мещевец добивала барокко, ориве назе, гаргоули царь цереби кавакете ориве назе, здесь я сделал несколько таких минимизированных на грузинском и на русском и чуть-чуть на английском. То есть то, что вам нужно будет, я для информации это буду повторять на двух языках. Хорошо, посмотрим, как это получится. Стоп. О, подождите. Чтобы поле было свободное и флексибл. Рому протавил суплатвик вот. Пиджак из горы Шировила. Пиджак его ромакицит. То, что у меня есть пиджак, вы это знаете. Так что сейчас я могу как-то в рабочей форме. То есть, что мы сегодня будем говорить, обсуждать. Давайте я таймер тоже для себя включу, чтобы сильно много не говорить. Может, а там ты другу обсасеру? Ага, до двух часов. Ну, хорошо.
как только вы скажете, что «Ой, как хорошо вы говорите, но сейчас мы бы хотели отдохнуть, я готов сию минуту прекратить». «Роботский, о, рагаргатлаба работа, маграм, эхлара гарник не буду достойного, машина твой доктор». Окей. Чем им первый слайд? Да, я хотел первый наш ромик. Happiness 85-50. Бедниреба, счастье 85% на 15. Что это значит? Это не моя сентенция, с чем и Азрия Рарис, если кто из Брайан Трейси, Сновил Адамиас, да и сам Бобстром. Пировны без бедниреба 85%, Адамиан Рультирту Башия, да, холод 15% Ярис профессию взять Зармате Башицкий. Ану, 85% happiness, то есть счастье, это в человеческих отношениях, и только 15% в профессионализме. То есть, если бы я был, скажем, в моем деле самый-самый high-top, хотя такое понятие только... Ой, спасибо. Это такое понятие только в постсоветском пространстве. Я первый в этом деле, какой-то профессор мне говорит, вот самый лучший первый в этом деле живет через дорогу моим соседам. Моим как сосед. А ну, первый ли ромы, вот чем сак меши, да, если ты как и барис, холод, сам что-то вообще не созревшим. Первый ли вы, ты дам, если ты как и барис, сва цивильную, сразу готовы еще раз. В цивильном мире есть один из лучших в этом, эксперт в этом деле, тогда я получу удовольствие только 15%. Маши мы 15% из беднирева спивихим. Ту вих не писал пенсу. Мы думаем, как итхал трамбенсов пикропру макс профессиулат, албат садгаться цамет тотхмет вахцев. Ну, тут мы идеалу реальше, а тут мы царуц. Я сам считаю, что как в моей профессии, об этом следующий слайд у меня будет, и потом несколько слайдов, чем я занимаюсь каждый день, и откуда мой 15% хэппинеса берется, ну, 15, 14 или 13, во всяком случае, я считаю, что я достиг где-то high, более-менее, то есть высокий левел. В Тулироме, да, хлопит, смогла, что сейчас я мечу, это сайт, рарис беднирма. Что такое счастье? Счастье – это то, что мы в себе открываем и понимаем. Один и же тот же человек в одной и той же среде. Эрти дай гиве адамьяне, эрти дай гиве ткомарево баше. Шейзлеба грзнобдес беднирмас, шейзлеба рагацас грзнобдес, да шейзлеба стролиаду бедуриихос. Дейли Карнеги Амбопс, Дейли Карнеги говорит, в один прекрасное утро в Нью-Йорке я встречаю, по дороге встречаю старого друга, который тоже идет в утро, и идет на работу. Дейли Тухтабио, Нью-Йорк, там сапожится, аспусас, чем свой купишь? Чем он говорит, Михаил Идов, и тхеби, столько, Рогурха, как вы себя чувствуете? Как ты себя чувствуешь? Спрашивает этот Карнеги друга. Рогурха, говорит, о, прекрасно я себя чувствую, говорит этот мужчина, мой друг. Я спрашиваю, в чем дело? Сегодня у тебя праздник или день рождения или? А он отвечает. Ничего подобного. Каждый день, то есть будний день, солнце светит, я иду на работу, семья моя в полном порядке, я тоже healthy, то есть здоровый. Что еще хорошего может быть на этой земле? Радом хором, а себе днирю, выкид хабиля. Рамы хдеба, очень скоро вообще. Пять дабаты без двига, крага там. Раперю, ман битхра. Солнце ли, гарга там плавится, сам закушу, видим, зеяна, ты вставишь в полкопа, нашим скоро, меди, укиди, сирам, да хдеба, ты сам. И тогда он сказал, я понял в тот момент, что между мною и моим другом была только одна единственная разница. Он это чувствовал, а то же самое было у меня, я этого не чувствовал. Да почти мы мюхтируем, чем задача, чем смогу большой, из холода дерьте спал байку, из худеву дару, к зынок дам беднеребось, и кивеш, мы вверх к зынок дим моментч. А ну, ра, тевс, беднеребись арщи. Чем их это? Да, Роберто, чем их это? Я так вам, да.
საკუთარ თავში საკუთარი ბედნიერების აღმოჩენის სურვილი, როგორც პირველი ნაბიჯი და თავისუფლების. მთელი, ასე ვთქვათ, ბიზნესები და ამოცანები მიამით თქვენ თავს არ შეგაცხენთ, ეს არ არის ლექცია ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ზოგადად ვიტყვი, что такое как вы можем почувствовать счастье? Это моё мнение, конечно, не только моё, а психологов, которые работают в этой области. И вообще считается, что счастье не в деньгах, не в состоянии, не в профессионализме. Счастье в экшен, то есть когда намечен цель и движется к этому цели. В любви есть счастье? Да, да, конечно, однозначно да. Хотя бы большинство песен или романов, или фильмов о трагической любви. То есть где там счастье, если она трагедия, да? Но все пишут, опять-таки, за трагическую любовь и так далее. Беднириварис, Сиваруши. Диах, 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 миасемес, бисковышем хвощи. Тумца. Шекспири дан дацме були, дам тавре були, древан дели дрит, уамрави пильми, романи, классика, ара классика. А том, как Сиварутан умедес, чем хвощи? Рамас да убедуремас да рагац исет танжвас да асе шемдо тундац халхури сивгереби уамрави амбобс ром მე რომ მოკვდებოდე შენ თავს გადამეხლებოდე შენ ჩემს საფლავს დააკვდებოდე და სხვა და სხვა და და ნუ არ ვიცი მე ჩემთვის ეს გასაგებია თქვა ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ მეც არ ვცხოვრობ აქ დავიმადე თუმცა ბოლო რამოდენიმე წელია მე ამას სხვანაირად უყურებ და სხვანაირად ვესმის итак значит человечество а 85% 85% счастья как раз вот в этом человеческом отношении. Потому я здесь, потому я при, скажем, приглашении моей очаровательной подружки и мне кажется, человека, который старается и в себе, и в другим дать вот эти импульсы счастья, я отменил свой визит на субботу-воскресенье, в другом городе на прием пациентов и ну там сделал как бы свой это мой менеджмент, но я подумал, что здесь я могу подарить себе счастье и подарить может кому-то еще счастье. Мы с Торидамитом Вардресак да შევცვალე გრაფიკი ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების არ დაყოფილიყავი ახლა თბილისში, მაგრამ ჩავთვალე რომ ეს შეფთვის იქნებოდა სიამოვნება და ბედნიერება. მე არ ვიცი რამდენი ადამიანი აქ, დაახლოებით ალბათ 40-მდე. 80. 80, 41 მხარეს ესე იგი, სუპერ, სწორად ვითქვას. И там мы тоже мы 80 ადამიანს ვესაუბრო და თუნდაც ერთი ან ორი მათგანი ზღიმილი მიიღო, ეს შეფთვის ბედნიერება. გამოვყო ამისათვის უშინდელი საღამო ამზადებდით მე და კალბატონინოსთან ერთად, კალბატონი ნინო მერიანაშვილი გახლავთ. ადამიანი რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ინგას მეგობრობასთან ერთად ბევრ ასე ვთქვათ თქვენს ყოველდღიურობაში ყურძნებსა თუ სხვა ალბათ ინგამერე წარმოადგენს მას მე კი როგორც ჩემს ძალიან სასიამოვნო და ფანტასტიკურ კომპანიონ მეგობარს ასე წარმოგიდგენდით რამე თუ სულ ერთი წლის უკან 22 ივნისს მე დავიწყე ხატვა 52 წლის ასაკში. 52-ს ვამბობ, იმიტომ რომ ერთ თვეში მისტრონდებოდა თქვენ ახევარში 53 და ცოტა ძალიან ადრე არ იყო თქო და ამიტომ გადავა ასე ვთქვათ, ფაქტი ვთქვით, ოღონდ ცოტა ისე შელამაზებული და მას შემდეგ 8-9 პერსონალური გამოფენა მქონდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამაზე ვილაპარაკ. Извините, значит, я представлю Нина Мирьянашвили, она по профессии художница, она дизайнер, она много чего вместе с Ингой для вас подготовила. И вчерашнего вечера мы посидели и подготовили вот эту презентацию на наших работах, я бы сказал, так как
Она учительница моя, и сейчас галеристка, и компаньонка, я не знаю, человек, который последние год и 2-3 месяца, мы впервые встретились в конце мая, и это, опять-таки, Инга как бы сделала. Я его поймала на улице спортивной. Да, на улице спортивной. Я и погнала на... В субботу я с леса как бы возвращался, и Нина, то есть, и Инга встречает меня, говорит, куда ты? Я говорю, вот я с леса домой, а ты куда? Вот я сейчас иду к учительнице painting, рисование. Садись в машину, я тебе говорю, давай, вперед. И после этого, через полтора месяца я начал рисовать. Это было в прошлом году. Никогда в жизни я не рисовал. Я в детстве в школе, ну это в школе мы все занимались. Больше я никогда в жизни не рисовал. И начиная с 22 июня первая моя вот эта работа Symphony of Life 22 июня вот здесь написано. После этого вчера мы так-то пересмотрели и больше 50 работ у нас и было 9 персональных выставок, начиная с Милана. Потом Нью-Йорк, Канны, сейчас в данный момент уже третий месяц в Литве, в Каунасе, вся выставка продолжается и идет, об этом тоже чуть-чуть потом поговорим. И остальные все, и в Одессе, и в Тбилиси, и в Мирьёте, и в Батуми, и так далее. И недавно, неделю назад, приблизительно 20 числа мы в Грузии продали свою первую работу на благотворительном аукционе для детей. Это, конечно, все для них было. А то первая моя, всего две картины я продавал пока, потому я не спешу, мы не спешим продавать. Тоже распишу и скажу, что после этого закончил, вместе закончили, можно так сказать, онлайн-курсы института «Сотпись» в Нью-Йорке онлайн. И, кстати, получили 100 очков из возможных 100. Ну, спасибо, спасибо. То есть, это почему я говорю и почему буду все время это говорить. Хвастаюсь. Не знаю, как хотите, думайте, но хочу сказать, что невозможное не существует. Если в 52 года я это начал, и я это сделал, и я это буду сделать, и через несколько лет, когда где-то, может, вы встретитесь, приблизительно, я думаю, через 5 лет как минимум, первую картину на аукционе «Сотпи» буду продавать, и один прекрасный день, как минимум, за 1 миллион. Почему? Это моя цель? Да, есть. Одно из моих целей, чтобы сделать... доказать по жизни, что ничего невозможное. Моглет, когда сказать вот это, ах, только раз лопара копты, а потом была деталь сисенца, а гаргавы меуреп, радганац, time is money, дропулия. А если наш ромец, человек выкутнись, если эти концепции гавакете, ром хедаут, это время деньги, time is money. Мы сделали такую работу, и я думаю, если мы все будем, так, в кавычках говоря, иметь время, то есть каждую секунду, каждую минуту будем ловить в своей жизни, мы колоссальное счастье получаем от этого. Во всяком случае, я получаю. Как к этому я подошел, я чуть-чуть попозже это скажу, а сейчас скажу, кто я такой. Я профессор университета. Мы гахлаварт профессори университета, цаган кзашир вобдиот ерти чеви мегубар мирекавда Европидан да рагацазу лапаракобди дисит профессори артис да сватошурис фантастикури ситуаби тква да меутхари руца утхари руака эмзадебоди да ман тква эзети ситуаби ар арсебобс цуди переби арсебобен адамьянеби ромлебис Давар патасе, вер арчевен мат шорис рагац хедвас. Да, мы родавали, утхали, утхозац храмедицелена вора, учта, храмедицелия вар профессор, ман митхару, мешвидицелия холод вар, пусть чем зяхал газда арат ваунда. Мега хорд орбуцда, тот храмедицелис, амцун читхес.
Значит, профессор университета и фаундер, то есть основатель клиники репродуктивной, репродуктивной клиники Стамбул-Небель-Дахерцуан-Элигахловард. Что мы делаем в этой клинике? Мы 3-4 слайда мы вам покажем, потому профессиональное счастье, вот это 15%, очень многое может определить. Тут в эти проценты беднирепися, раз профессионализм шья. Не письмир профессия шья, раз шолуба избивут и над ганапи рубепс сиамом лебас адамьянем тарбутиртописа. Потому что если вы в своей профессиональной каждодневной успехе что-то уже достигаете, у вас есть желание общаться и вот этот 85% уже ловить, а не только как бы ограничиваться вот таким узким кругом. Кроме того, ну, что-то я делаю, как и все мы, для моей профессии. Вот сейчас Happiness Академию начал, и до того еще, я думаю, я, как и Инга, верно, опять-таки, мы понимаем, что здесь встретились люди, которые более-менее ментально друг друга понимают и понимают эту жизнь с открытым умом. Адамьяне акметители, адамьяне бисер, потому что метители армии, маграми синий вистан, это тот свитсида вообще уже древор, японецкого уля, как и в Японии мы с вами в горах Хакумы. Так, любит Эрзнайрат Пикробенда, позитивурат уровенцховец. О, рарис, как позитивный, человек в этом кавзе векцева, пшия. Эцит, ай, вот иоди, человек защита, шендеба, цатам джинеби, сакартонос, дизорбоци, орбозда, фуцартули, анебе, шуавакеши, и путеба ламаза. А, вина, цам, вот это, хайерс, да, шем, синеп, симас. Ყველა ფერს ყავს მოწინააღმდეგე ეიფელი რომ დადგეს, იძახდნენ რომ ეს ამაზე ჰიუგოც ამბობდას ფოთაშორის როეს ყველაზე ადგილიო მის ფეხებ ქვეშვებით ოცვამ ყავასო რომ აქედან ეს ეიფელი არ ჩანს ეს სასიცხურობაო დღეს ის მისი სავიზიტო ბარათია ისევე როგორც თუნდაც ჩვენი ულამაზესი ხიდი რომელიც იძახდნენ ხარ უნდა დავანგრიოთ ხარ უნდა დავანგრიოთ აშენება აძნელი Дангревац арабис мартиви, каргирами сашедриса. И я говорю о том, что здесь собрались люди, которые хотят открыть душу и мышление позитив. Это важно. И вот работу «Симфония жизни» сделал я по концепции, потому что все у природы нет плохой погоды. Араб, Цуди, Аминди, Пунемус. Ეს ჩვენს განწყობაზეა, მხოლოდ არის ადამიანის განწყობა. შეგვიძლია სიცხეზე წუწუნებდე და როგორც ხდება. ამაზე არ გავაბახილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ამისი თუ მიმუშავეთ, უკვე დრო წავა. Да и здесь я как бы часть своей жизни тоже. Это была самая первая картина, которую я нарисовал, и когда Нина мне спросила, что мы будем рисовать, я говорю: "Хорошо, я подумаю какую-то концепцию", я говорю. И уже готовлясь к ней по пути, я подумал, давай я сделаю вот это, как 4 сезона что-то. И потом уже пришло вот этот орган, все. И здесь это часть моей жизни, когда я видел Монблан, самая высшая гора в Европе, понимаете? Акарис, замтари, Монблани да нагебули, их садац мечами, хедвам конда да чеми потуэби. Африка, где мне часто приходится, не приходится, а хочется, и я путешествую, это лето, а вот это весна и осень, золотая осень. Золотая осень Грузии, один из лучших, наверное, то, что я видел, и я тоже видел немало, как и большинство из вас. И вот мы сделали такую концепцию. И я думаю, что это где у нас работы, когда мы начинали с Милана и так далее, это я не буду. Здесь же вот этот арт, и вот здесь этот сертификат, и все это за один год, почти год и уже пару месяцев. Если сделал кто-то, есть такой подход, если кто-то сделал это во всем мире, можешь и ты. А такое сделал
я человек, который родился в Грузии, родился от 240 километров отсюда, этот Кибули, маленький городок. Не было у меня никого, ни художника, ни врача. Мама педагог в музыкальной школе, до сих пор, кстати, директор уже 30 лет. И завтра, послезавтра у нее день рождения, как раз я попросил, чтобы она приехала, и завтра мы праздновали. Ну, отец скончался год назад, он был инженером. Но если я могу, стал врачом, ну, педагогом, профессором университета, ну, клинику руковожу, имею, перенес рак. Рак толстой кишки 7 лет, уже 8 пошел назад. У меня нет половины органов, но я здоровее, думаю, здоровее и чувствую так всех моих друзей и ровесников, и не только ровесников. То есть это... Сейчас вы отдыхаете, здесь будем работать. Обувима срок. Ту, робща утле мели арабири. Ту, ме, ватри гид, шо улебрим мукалакес, ромели взята сра, саму за сами три зора, кусто сдаи бана, тхибу, жи тхибули, вин ме митси за вас, тир схали, вин митси тхибули. Эрти, ори, сами, отри, бутли, вау, здесь знают, много знают моего города тхибули. Сейчас я по-грузински скажу что-то, и потом маленькую историю, чтобы вы немножко отдохнули, расскажу. И мне будет приятно. Да, ту мы же взяли. Между нам более яким ярцмам, это педагогия, саму скоскали с древней директории, да, зэгда бады пиздрия, кстати, с палтхоэру, чаму видес кутайси, да, висадило тэртан. Да, еще взяли, гавхеды якими, гавхеды ткат университет из педагог профессоры, клиника, всех взванило, горда, мы сагада видали кибо, шутицли с цину, мэрвец элия, скули на слависки, по арамак, нахевар заметный орган, мы маграм, таустури, эртерт, куалазе, чамтела, да, мэра, там делит, рамодени мэ километры вирбине, мэре, Ария Царумани, мы уже сам сапуршу Михаил, мэре, калбатор, нинос гаму, уаре, да, ахла, акаварта, муша, опта, дрезамишем, декиде, эгусаце, эрт презентация за викнеби, мере швидзе сваган, мере акце, че ми као на сели меку преби чамо дия ни сели, мдам нахо мере аэропорт. Да, се чем ти. Да, машин родесац, мадлок, родесац, да, мету ше ми цилия ес гавакету. Так и да, ерти патар рапца гавакету, ромлес гамоц гушин цинац, дам пати жес парламент из Европа, да разы кету. Мету ше ми цилия гавакету, арис асети гамоткам. Эрдва кацва ту ше и леба, шест лозде, да ми цацвам, чатва лору шен чек излиял. Мы от кого-то не так давно не пускали, чем излия, да, кое чем за мета. Чехе дуле Васила мазе, правите? А с этим тренингом мы меня раз это сгамем лия, кое дром гади харте хлам дреемши да. Мы ухе дало там иса, сексис, эксис да, лексис каркат виставле. Тут загав кит хулоб, не нам тали хоребов кит хулоб да, арам холод кит хулоб ам сакмис. А мы сейчас сакем нашел мы без гавак этим. Я говорю про секс, значит, вы то, что вы сейчас тренируете, вы то, что открываете в вашем мышлении, у нас не было таких возможностей в наши молодые годы, и доступности не было никакой. Несмотря на это, я и сексом, и кексом, и со всеми делами и рисую, и занимаюсь, и делаю то, что можно от Земли до космоса. Кстати, о космосе я вернусь. Вот работы, две работы, которые я сделал. Это пара работ, здесь называется «Картулат в Чеунтахвадри. Судьба избранных». Что это такое? Это яйцеклетка, я репродуктолог. Это сперматозоиды. Кто может сказать, сколько сперматозоидов нужно, сколько миллионов, я уточню, сколько миллионов нужно, чтобы оплодотворить одну яйцеклетку? Самый четвертый. Хорошо, сколько миллионов нужно, чтобы она была, одна оплодотворяет, но в норме сколько миллионов? 10? 20? 1? Еще больше, давайте. 60? Хорошо. 39 миллионов до 40 миллионов по стандартам сегодняшнего ВОЗ достаточно, чтобы, если они здоровые, одна из них оплодотворила яйцеклетка. То есть она избранная, из 40 миллионов один оплодотворяет. И ормуци миллионы сперматозоидидан эртия на опьерем скорость. Нормис парклепсиасия.
Ანუ 40 მილიონი ტიპი ტყუილად დაписываться. Არ დარბის ტყუილა, ისინი ქმნიან თავის ნაწილს, ისინი ათხელებენ საკვერცხის გარს, ზონა პელუციდას და მე რა ყველა ესენი მუშაობენ, მუშაობენ და ყველაზე მოშაღი ჩამოეგლეს და გავზე შესრიალდება და შეო. ბუნების წესია ძლიერნი მოხერხებული სმარტნი მინიანცი მეორე პარა ნაშრომისა вторая пара вот этой работы из 70 миллионов 70 миллионов человек из 70 миллионов только один человек побывает в космосе. То есть 7 миллиардов у нас, и по статистике из 70 миллионов один побудет в этом космосе. И у вас счастье. И у меня. Я первый в Грузии сертифицированный астронавт будущего. Мы первые сакартвелоши официально сертифицировали, помавлись астронавты вар, если что, что гавиары тренинги там задавар космоши газопринат, это значит, что я в Филадельфии в 14 году прошел, пока я еще не летел туда, потому эти полеты подготавливаются и начинаются. Джерард Опрендор, который из Пренеби, Джерард Ацхебула, Тумца, официальный сертификат и Магдам, им задавал руку Африке. Я готов и буду летать, если только две причины могут помешать этому. Если я умру, или если они, ну это вторая причина, наверное, не будет. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра этот проект уже начнется, она готовится. То есть только одна причина. Но даже если я не дотяну до этого или я умру, я не думаю, что это беда, потому да, до сих пор, до этого момента я сделал максимум. Я достиг этого, и я готов лететь. Амденат. Мизани. Космосы. Да смотришь, что здесь гадцы не будут гадкать. Амбола, друзья, мы здесь же телевизор, все уже ты хода. Эхла, ну кто тебе, на цену бы мы говорим, я вам хочу, что Марс тебе приносит, эти хрис билеты, как ара, мы говорим, как вы видели, космос, а как вы видели, как космос. Последний момент несколько раз делали передачи про Марс, про это, и, конечно, всегда приходят ко мне и часть от меня интервью, как при космосе, астронавт и так далее. Но многие уже понимают так, наполовину. Мои друзья, такие люди солидные, и мама моего друга звонит сыну и говорит, Арсен, скажи Арсену, пусть он не летает на Марс, не остается там. Потом они подходят, ты на самом деле взял билет в одну сторону? Я говорю, нет, я здесь же, вот рядом, в космосе лечу. Не...". То есть людям нужно как можно больше, уже космос, уже это так. А Марс это уже более-менее, да? Ну, будет и это, наверное, в жизни. Главное, что мы хотим. Как мы можем достичь этой цели и как это может нас осчастливить или кого-то. Сейчас мы переходим уже на моем профессиональном деятельности, каждодневной жизни. И вот это лавли, это работа. Что это такое? Женщина. Беременная женщина, вот сувлекалия. Да. Сколько у нас таких? И следующая работа. Сколько, какие у нас в клинике, что мы чем занимаемся? Вот следующие 4 слайда, а это здесь обязательно. Если только этот слайд, молодые здесь женщины запомнят, я скажу, что я счастлив. Я этот день не прожил зря. Ту марту мама сдай боксор, усвихаться ахалка сда калида, мерец ховребаши каму их, энэс марту има сарца цахлавы твой, мы чалули ром метхаван дели дреда, эс энергия твой лар, там харче, метхес нагаца кавакете. О чем идет речь? Вот эта работа называется time and reproduction, время и репродукция, трудорепродукция моя. Молодая женщина от 18 до 35 лет должна иметь здоровая женщина, нормальный резерв в яичниках. Турамет, да, нужно тут мы слизкался, у нас кондес нормалурий резерв и сакварцхэш.
От 15 до 35 до 38 она начинает уменьшаться. И с 38, здесь не видно, вот 38 стремительно падает. Вчера ко мне приехала пациентка из Украины. И она говорит, мне 44, вот насчет беременности и так далее. Если оздат хутмет это фрамедамде, оздат фрамедамде, их исхемщем черебас, оздат фрамедский мод, контрацептима. А что вы должны запомнить и почему я так думаю, что это важно? Сегодня утром я вам сказал, что я сегодня утром занимался, бегал, и со мной была профессорша, молодая, как и я молодой, ей тоже 54, сейчас она отправляется в Америку, на несколько пригласили в институте Джона Хопкинс, это очень большой такой знаменитый институт. И она мне говорит, я знаю их, ее дочерей, они живут в Нью-Йорке уже больше 15-20 лет, старшей уже 34, и она мне говорит, Арсен, ему ездить там предлагают, она не замужем, ну, бойфренда имеет, но пока не собирается рожать, и время-то убежит. И сейчас очень модно, что до 35 взять свои яйцеклетки, заморозить и сохранить в банк. И ей предложили, и вчера тоже о другом мы говорили, нашего друга дочки, она в Лондоне уже в банке это имеет. В данный момент, послезавтра, у нас будет две женщины, у которых мы будем доставать яйцеклетки и сохранять. Уже менталитет готов к этому. И люди уже знают, что время так бежит, что ее обратно трудно повернуть. А есть технологии, которые дают возможность, чтобы сохранили свою яйцеклетку, если надо будет потом, если физически, физиологически не может, вместо донора применять свою яйцеклетку. Разве не слабарки? Трестен соплющ, уздат хутмет сламды, ахалгазда калеми, ту и сини, арабирвен швилиз гаче нас, და ეს ყველაფერი შეკვეთით არ ხდება, კარიერა, პირადი ცხოვრება და სხვა. ინახავენ საკუთარ კვერცხუჯრედს ბანკში, ამოიღებენ კვერცხუჯრედს, გაყინავენ და შეინახავენ. და მერე, როდესაც მაშვილის გაჩენა დაჭირდება, თუ ასაკი გვიანია და აღარა აქვს საშუალება ფიზიოლოგიურად გააჩინოს, იღებს თავის შენახულ კვერცხუჯრედს, იმის მაგივრად, თუ ვთქვათ, დონორის კვერცხუჯრედი ეძებოს და იყენებს. ანუ გარკვეულ წილად თავის შვილოსნობის შანსებს ინახავს. აი, ეს არის თანამედროვე დღევანდელი და ამაზე უკვე დღეს დილით ჩემს ერთ მეგობარს ქალიშვილი ნიუ-იორკშია, იმაზე ჰქონდა საუბარი და ალბათ უკვე უნდა შეინახოსო, მეორეზე გუშინ მითხრეს, რომ მან ლონდონში შეინახა, ორ შაბათს ჩვენთან ორ ქალს უკეთებ ფუნქციას. ესენი ისაც ჩვენთან უკეთებ, 53, 54 წლის არიან. დაგვიანებულია, მაგრამ იმედი არასოდეს არის დაგვიანებულია, მათ უნდათ ეს და იმედად შეინახოთ. თუმცა ხვალზე გამოსდებიან ადამიანები, რომლებიც უკვე ასე გააკეთებენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ჩვენ ვაკეთებთ. და რას ვაკეთებთ საერთოდ? 21 სხვადასხვა ქვეყნიდან მომართავს ჩვენს კლინიკას пациентов. Из 21 разных стран к нам пациенты приезжают. Америка, Канада, наши дети и в Лондоне, и в Дублине, и в Италии, и в Дубае, и так далее, и так далее. И оказалось, что one working day, один рабочий день, когда мы посчитали, где-то 270, у нас небольшая клиника, всего 40 человек с профессорами, с этими с докторами и так далее. Один рабочий день нам дает одну, и сейчас уже пошли чуть-чуть больше, новую жизнь у женщин, у которых не было детей. Это инвитро оплодотворение, это лапароскопия, это естественный путь, все вместе. И посмотрите, когда вы идете на работу и знаете, что в тот день ваша ваш рабочий день приносит на земле одной новой жизни, სამუშაოდ ეს ერთი ახალი სიცოცხლის ჩასახვის სტატისტიკა გვაქვს. დაახლოებით 270, 365 დღე არის დასვენებებით. სადღაც 270-დან 260-მდე პლუს მინუს. და დღესდღეობით ამას მივახციეთ. 220 იყო, 230 ხა ცოტა გაიზარდა. ნელ-ნელა იზრდება. თუმცა ჩვენ ბევრი არა ვართ და вот это наш став, как мы говорим, молодая европейское знание и молодая
энергия молодежи. Это есть путь нашей клиники. Европа лицотна, Европа сакенда, цивилизация сакенда. А раз полва упает, там какой дреба, да ахалгаздули энергия. Да, упалазе ахалгаздули энергия. Самый такой энергичный у них руководитель. И рагаца саинтересу спикро. Тунда зе космосулзе. А рак, мишкалоба. Рагаца икеда аструдеба, рагаца араструдеба. Маграм гадзлев се сиамо небас, да бетнеребас. Рагорц минимум. Бетнеребет ксинавс. Как минимум вы спите расслабленно и счастливо. Это важно. Ну, завтра утром, в понедельник, у нас начинается рабочий день. Нет, да. Вот мы с Сингой неделю, 10 дней тому назад, где-то по прямому шоу выступали, и нас попросили комментировать, как после отпуска начинать работу. Будущий анестезиолог или кавстой кнебрами. Извините, анестезиолог звонит, пардон. Да, надо брать трубку, потому если это emergency случай, ну, оказывается, там нормально что-то такое, потом она скажет. Будущий роам, или анестезиолог или кавстой кнебрами. Так, вот как раз я и говорил вот она звонила, анестезиолог даже, которая очень приятная, с ней работать одно удовольствие. Даже когда критическое состояние, она всегда спокойно работает и спокойно продолжает. Так что ты как хирург не напрягаешься. Вот это умственная ситуация. Мир махсус и мас, чем я с этой домой была, цалиани медиания. Если ты адамия не был пикропом, потому что он был, каким бы там, матвисес, ковалты Европа. Это бедняриба. Окей. И вот здесь у нас европейские сертификаты. Что это значит? Полтора года, даже чуть больше работали, чтобы вот сертифицированные от ассоциации немцев. Понимаете, немцы ничего никому никогда не дадут, если это не заслуженно. И мы получили этот сертификат, и это европейское, и мы начали уже участвовать в мультицентровых европейских исследованиях, как один из современных европейских клиник мира. То есть иногда говорят, вот за ними, я говорю, да, это хорошо, но это тоже уже давно прошли. Сейчас мы в первых рядах, и вместе с ними мы ноу-хау. Даже открою секрет, и три недели назад по моей просьбе президент одной ассоциации, профессор Пашири, которого знает Нина тоже, он мой друг, и он начал рисовать от моей подачи. Потому они мне говорят, да, Арсен, мы учимся у тебя жизни. Да, у них некоторых больше опыта по возрасту и так далее, но жизнь, я говорю, this is your life, жизнь, она не должна, если мы с утра до вечера будем работать, а жизнь будет проходить мимо. Проходить мимо, спасибо. Дети своим чередом, один прекрасный день. Она кончается. И даже Стив Джобс, человек, который придумал, перевернул мир, он, когда лежал, предсмертные слова его, наверное, многие из вас читали, он говорит, я жалею, потому все время мои часы или дни были посвящены моей работе. И я как бы другие радости жизни не понял. Ему было 53, когда он умер. Беднереба ту холод сам сахуршия. Ну, это 15% обмена. Да. Винь мезгиндат, марта 15% беднереба. Гониара. Да, чеми европейли мы губим, коллеги, мы убребьян, ай синиц, из профессори Башири, профессори Томаси, сястриало чамова, то не си чамоди, арми дешети лекции, араперин арчендева чамоди, вистриало, задрацавиден, эс каци саэртот Васильевич Таноси, саэртот Амбубстром, цельцан нахевария, цолтан эртатико, чамосоли, эрти орит висукан датваро, рац шетан давиц мсиярули, да шингаги цани, чем ицховрема струлия чейцвала, цолтан эртат Амбубзамас, беру микам ханагин хас, вилаца Павасурусом, сахэр неахсена,
ეს რა არის იმას თქოს აი რომ დავდივა რომ ეს რაღაცა სიცოცხლეს მეუბნება ახალი იდეებს მეუბნება და ერთად უამრავი ახალი რაღაცა დავგეგმეთ სოფლიო კლებებში თან მეტნიერებას აქ სტრუქტურა იყიდა შემეგობართან ნუ იცით ადამიანები ხვდებიან რომ მეტნიერება ფულში არ არის მაშინ როდესაც მას გარკვეულ არც ის არის ოფიციალური ექსპერტი ევროპის რამოდენიმე აკადემიის. ნუ რომ აკადემიის ეგიგი ჩავატარო ჩემთან და მე არც ტაპიკს ამაში არ ვქვი. ისინი მეგობრები ყოდიან ჩემთან. ნუ პრიბრივია ახლა აკრაც მასპინძო ნიბოლში. ამდენად და უამრავი ეს ადამიანი, აი კაცმა მითხრა ეს არის პროფესორი ატილა ვერევსკი და ონ პრეზიდენტ ასოციაციი всемирной по концептуальной медицине. То есть не только создавать детей, не только рожать их, а чтобы это они были максимально здоровые и максимально ухоженные, так, в кавычках, и женщины, и ребенок. Мы встретились в Одессе, меня пригласили, кстати, пригласили для того, чтобы я им показал опыт, как мы сделали Европейский центр эндометриоза. И они, кстати, пригласили, я привез свои работы, и одну мою работу, вот этот Time and Reproduction, они сделали для этой всемирной симпозиума на всех материалах. Конечно, бесплатно, я там не говорю, что это. Но, кстати, они спрашивали, я потом скажу, вот эти наши работы, начиная, ну, один из них, я потом покажу, скажем, официально лежит 59 с чем-то тысяч. Официально это на сайтах. Ну, и это не предел. Но чем и в чем... вот это сертифицирование, все эти друзья, все эти эксперты, это что нам дает? Это дает нам повод для того, чтобы мы могли так твердо стоять и уже думать о... Во-первых, когда счастливые женщины, мужчины... Сегодня я был в клинике, и там маленький, очень красивый ребенок. Ему было, наверное, сейчас 5 или 6. Трех детей я не имею. И отец там же был, и отец сказал ему, этому ребенку, он привел друга, и потому они были. Вот это врач, который, с помощью которого ты родился. И когда ты это встречаешь, здесь, там, в Париже, было такое, что в Монмартре поднимаются, кто-то подходит, доктор рядом со мной из Германии, спрашивает, что она говорила, что она хочет. Я говорю, она моя пациентка, ее дочка моя пациентка в данный момент, была она беременна, сейчас уже родила, вторая дочка тоже моя пациентка, потом мы работаем еще и... когда прыщики, когда вот сиболея, акне и так далее, нарушение менструального цикла и так далее. Да, вот и сосед эти пациенты, кто-то в качестве снабжения, парища, бумбуланцы, еще метают, и прям тебе в рады, если сахар пойду, я вам лапараком, да, русец, я вам лапараком. Пикро, про, цховрыба, сосиам, ну, а да, пять мирыба, щекрцами, па, так их не создают хисап, так создают херой мужчин. И ты не устаешь, если даже ты работаешь из 24 часов 24. И вот это первое, вы первые, которые вы видите эту работу. Мы недавно закончили, где-то 2 недели, наверное, эту работу закончили. И она называется «Интеллектуальный оргазм». Вот, подходим к оргазму. И также она... Почему? Что такое интеллектуальный оргазм? Я не знаю. Кстати, если честно, это я нигде не читал, такую дефиницию. Сам придумал много лет тому назад. И сейчас настолько стал... Как это называется, когда... Талхедируха, Рубаргурхуя. Наглый, да. Что вот постепенно готовлюсь, чтобы писать роман «Happiness интеллектуального оргазма». И так и назову. Интеллектуальный оргазм. А с этой депенцией мы артами хаус арбумс меня бевритцы сукан, если ситуа мови пикре, да машин, агац мама ой бутан нацкон, да мент наклева турчер, да има труми вечи, агац это засакит хат, интеллектуальный нирвана да ватер, да мама ой митра, нирвана ой со охлам плато, карги мама ой митрева оригинаши оргазм я да, не патор да ткода. Мевтвли ром,
Одесац интеллектуалური ადამიანი, ინტელექტუალურ ადამიანთან, სწორედ იქ მივდივართ ისე 95% ურთიერთობს. ისეთ სიამოვნებას იღებს, რომელიც ფიზიოლოგიურ შეიძლება ორგაზმზეც კი მაღალია და განმეორებადი და სხვა. Когда интеллектуальные люди общаются, и как раз вот это 85% общения, как для меня она даёт такое удовольствие, которое не меньше ни удовольствия, чем физиологический оргазм. Тем более это открыто, тем более это можно повторять и повторять и осилить и осилить. Хотя это тоже требует внутреннего happiness'а. И вот сейчас этот синхронный оргазм. Вот эта работа, сейчас она не очень здесь видна, но эта работа сейчас выставлена, оригинал этой работы выставлен в Каунасе, в центре, где живут монашки. Это очень культурный центр, где есть церковь, которая действующая, там же культурный вот этот центр. Нина там побывала, мы вместе привозили на один день, привезли эту выставку, и потом директриса этого культурного центра сказала: «А может, вы оставите на 2-3 месяца?» Мы подумали, я сказал, мы уже собрали, уже в другом городе уехали. И когда мы возвращались, я сказал, позвони, да, я готов оставить вам это, все. И не забуду комментарии вот этой Индри. Когда уже мы договорились, все, я говорю, вот эта работа, это синхронный оргазм. И она так посмотрела, такими глазами говорит, еще как в полушутку. Да-да, это нашим монашкам очень нужна. Я знаю, пожалуйста. Если интеллектуалы рюргаз, мы их лагаму пенили, а вот с вами нашим кандидат, Каунаш, сада царисы, самонастро культурный комплекс. Этот комплекс, этот комплекс, где сэра Ричарда Брэнсона приглашали, как на открытие. А ну, вступили миллиарды сэра Ричарда Брэнсона и его как с назыда. Роды сатертит литкомда, мэрэ кутховый срок, так вот его бина сами твитес нашим. Да, вот это, колбатой не ночи. Почему я говорю, да, родисация синхронный оргазм, есть директор Ярис Индра, Залиан Калес, это целовая такая, да, и сам был, хо-хо, синхронный оргазм, да, да, это Залиан Чернева, чвен монахем, а ну чвен дедео, это да, все. Кивато, но мы утхари, мы, ак, если бы как-то, камера наблюдения, сарвакен, да, речени, рогорцкий, да, и все, и сиамо, метметки. Да, да, еще вот с тобой упоминал, ром, сам изнутри, какой год у нас на этот раз? Петушка. Как? Петушка. Извиняюсь. Я начал. Значит, вот мы эту работу сделали год петушка, так и назвали его мамлисцели. Давай там амнахац. Спереди вот цвета, которые. Как эти работы делаются? Импульсно. Не знаю, что здесь будет сегодня, что будем рисовать, спрашивает Нина. Кстати, обязательно я вам должен сказать, когда ты это делаешь, Ашель, мои друзья мне говорят. Я говорю так, с 9 до 7 на работе. В 7 часов из работы приезжаю домой и поднимаюсь. Если я поднимусь домой и расслаблю, все, и уже не встану, и все. Иногда в машине там останавливаюсь на 5-7 минут и там немножко чуть-чуть посплю, задремлю и потом поднимаюсь и начинаю. Иногда поднимаюсь у Нини и она говорит, что сегодня мы будем рисовать. Я говорю, я сегодня ничего не могу, давайте чуть-чуть поговорим. Хорошо, посидите там немножко, вы глаза закройте, потом я понимаю что-то. Как только потом скакиваем и до 2 часов, иной раз до 2 часов какие-то идеи рисуем. И вот они так и создаются. И это радость, когда на второй день приходишь или на третий и смотришь это гамме люди вас швейцарцы сам сапуришь мере, ну да, манкан еще хотя хотя бы зине, по ане заботровал или кое-что, а ты тут мы тут у кого чего улетели, ну да, это куала сами чего ложим, ну я хотел дать зине, а чем зле? Это чем мы говорим об европейцах? Шенин, вот это на гамме зине списал уорда, ухота тут стоит зине, да хела хлает его. Один мой друг европейский говорит, тебя за ночной сон нельзя портить время.
10-15 минут проснешь, то есть поспишь и обязательно еще обязательно читаешь. Да, да, есть у меня такая возможность, и я эту возможность стараюсь не упускать. Особенно, когда минимум два раза я глаза смотрел в смерть и думал, буду жить или не буду жить. И когда у тебя уже, ты знаешь цену каждой минуты, так и делаешь. Да, я знаю цену своей минуты, знаю цену вашей минуты, потому я сейчас спешу. И вот это две последние работы, которые мы сделали субботу, не ту, ту субботу я пришел идти, до того, пока я полетел, и она уже большая, где-то 1-1.5 метра, кстати, здесь у нас, и мы назвали ее, это сделали по-другому совсем, и назвали тоже happiness. Но 80% уже. И мой друг из Нью-Йорка написал, когда я там его послал, еще только она еще не была, не столько сохла, и он написал, что happiness colorful and chaotic, что счастье многоцветное и хаотичное. И мне это очень понравилось. Я сказал, я могу эти дефиниции применить? Говорит, конечно, можешь. И добавил, ты, Арсен, открыл формулу happiness. И ты Эйнштейн happiness. Если бы ты сказал, что бедненько без формулы, как все не удачи, а агмуачинь, да, что бедненько без Эйнштейна, который момцов, супер, вигет. Да, 15% и 15% тоже в один день мы это все сделали. Это сделали мы, кстати, по этой тематике, в презервативах заливали разные цвета, и это в парке мы в природе рисовали, это нацеливались, они там разрушались, как бы, и вот эти все, как бы, сбрызги по-другому, то есть хаотично они накладывались. И вот оно у нас получилось такое. И под конец Aromats of wine, spirits of wine, ароматы вина, мы это назвали, я это нарисовал, когда я проходил курсы сомелье. Это было год назад, и после этого, я не знаю, кто-то из вас, наверное, проходил или будет проходить, это совсем другое. Открываешь мир, за бокалом хорошего вина чувствуешь такое наслаждение и ментальное, и интеллектуальное, и spirit orgasm, и готовишься к физиологическому оргазму, что супер. Вот это уже векши. То есть уже вы, наверное, любите вино. Вечером у них будет вино? Все, супер. И заканчивая, эта работа называется «Эмоции», она здесь не так уж эмоционально видна. Это первая работа, которая, первая и единственная пока, нет, две еще были репринты проданы, которые профессор арта, который действующий профессор в Европе, она, то есть, сама биеннале устраивает все. И она попросила, и она купила для себя дома. Это, я думаю, и есть эмоции, которые и в happiness, и в реальной жизни, и в будущей, скажем так, супер жизни можно применять. Эзарис, эмоции, ромели, ирвели, начали наш роми европащий оригинали, это дертия, как и дули, да, и сица, все так, что я дитхас выпекрит, как бы, на нем даме, как бы, смысл бина туара, маграм, если бина, мог мы дома, профессор, ма, вицарис, твитон, артист, профессор, да, биеннале, сацков, да, европащий, да, еще в тысяч, дитипа, ты вихор, мас, и сахши, утгаста, а все так, с ямонем. Дитипа, мат, лоба, урат, да, бистуис, огромное вам спасибо за то счастье, которое мы тебе подарили. По-моему, время пошло на. Мы сейчас идем на обед, можно если есть время. Что не хвастат или вообще? Где? Потом, сад. Сахачапур еще вставать в кинотеатр. А, здесь прямо. Супер.